Витаминный комплекс Perfectio для роста волос. В условиях бурного ритма жизни современных городов и их загазованности, стрессов на работе, уменьшение количества натуральной пищи. Человеку очень не хватает солнца, моря, витаминов и минералов. Это отражается, в том числе, на волосах. Медицина подарила людям препараты, которые могут компенсировать необходимый запас веществ, влияющих как на здоровье, так и на красоту волос. Одним из лучших в линейке таких комплексов является Perfectil. Это уход изнутри, обеспечение отличного результата надолго, не только косметический эффект, но и настоящее здоровье и сила волос. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Принцип работы, разработанный английскими медиками витамина средства Perfectil, производится в Великобритании. Пополняет запас витаминов, необходимых для улучшения внешнего вида волос и ногтей. Состав. В составе комплекса содержится 25 компонентов, которые незаменимы для поддержания здоровья и красоты волос. Витамины и минералы в составе Perfectil: D, C, E, B1, 12, йод, биотин, фолиевая кислота, бета-каротин, экстракт лопуха, эхиноцей, вселен, магний, кремний, железо, хром, метидеры. Разновидности есть различные вариации препарата, состав несколько различается, но воздействие предполагается схожий. Perfectil Plus, Perfectil Trilogic, Perfectil Platinum. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. В каких случаях применяется препарат, используется в следующих случаях: проблемы с волосами, ухудшение состояния, выпадение, ломкость, сухость при перхоти, излишнем пересыхании или наоборот жирности кожи головы, нарушение структуры волосков. В качестве профилактики авитаминозов, при дефиците витаминов и минералов, при ломкости ногтей. Основное действие Perfectil направлено именно на восстановление функций волосяных луковиц, улучшение фактуры, оздоровление волосистой части головы, укрепление ногтей, очищение и питание кожи. Рекомендуем прочесть, что влияет на скорость роста волос. Стоимость капсулы содержит все микроэлементы в порошке, каждая упаковка содержит 30 капсул. Стоимость упаковки в среднем составляет 680-900 рублей. Цена зависит от аптечной сети. Противопоказания: не применяют препарат при почечных заболеваниях, аутоиммунных проблемах, СПИДе, гипервитаминозе, гепатите, не назначают детям, с осторожностью принимают комплекс беременные, не назначают беременным в возрасте после 35 лет с гипертонусом матки. Фото до и после. Правила применения: для усиления роста шевелюры, улучшения внешнего вида, густоты и упругости принимают Perfectil один раз в день после того, как поели. Курс приема – месяц, на это рассчитана как раз одна упаковка. Запивают водой в достаточном количестве, около стакана, чтобы лучше растворялись и не вредили желудку. Не следует пить витамины на голодный желудок или запивать маленьким количеством воды, то возможно раздражение желудка, тошнота, даже рвота, боли, расстройство стула. После приема курса нужно делать перерыв на несколько месяцев, так как в нем содержатся большие дозы полезных веществ. Принимать вместе разные витамины и комплексы нельзя, так как можно вызвать переизбыток определенных веществ в организме и вместо улучшения получить обратный результат. Внешний уход также важен. Масло, маски, ополаскиватели и щадящий мытье с натуральной сушкой – все это будет способствовать максимальному эффекту. Эффект от использования прием комплекса дает прекрасные результаты уже через непродолжительное время приема, улучшается структура пряди, ускоряется рост, появляются новые волоски и превращается в выпадение, шевелюра становится более густой, приобретает живой блеск, в силу пропадает ломкость, секущиеся концы. Специалисты-трихологи отмечают высокий уровень воздействия препарата, особенно заметным является прекращение выпадения волосков. Они рекомендуют употреблять витамины с кашами или другой обволакивающей пищей, это наиболее щадящий для желудка вариант. Кроме волос, улучшение заметно и в состоянии ногтей и кожи. Аналоги препарата среди схожих по составу и воздействию комплексов можно выделить: Допельгерц Энерготоник, Алфавит, Фитовал, Доктор Тайсис Геравитал. Препарат Perfectil – обязательная составляющая комплексной программы красоты, это отличное средство для укрепления роста волос. И если принимать его по инструкции, эффект не заставит себя ждать. Эти витамины питают волосы и весь организм изнутри, наполняя естественным здоровьем, обеспечивая силу, блеск, красоту пряди и пышность прически.
Дополнить и усилить действие витаминов для роста волос помогут шампуни для роста волос «Лошадиная сила» Алерана. Виши – профессиональные активаторы роста, фолликапил «Эксидерм», лосьон «Медикамед» процедуры для стимуляции роста волос, массаж головы, мезотерапия, применение «Дарсанваля», натуральные масла, репейное, касторовое, льняное, домашние маски из горчицы, перца или перцовой настойки, имбиря. Полезные видео витамины для быстрого роста волос. Принцип работы разработан английскими медиками. Витаминное средство Perfectil производится в Великобритании, пополняет запас витаминов, необходимых для улучшения внешнего вида волос ногтей. Состав: в составе комплекса содержится 25 компонентов, которые незаменимы для поддержания здоровья и красоты волос. Витамины и минералы в составе префектила: D, C, E, B1, 12, йод, биотин, фолиевая кислота, бета-каротин, экстракт лопуха, эхиноцей, вселен, магний, кремний, железо, хром, метидеры. Разновидности есть различные вариации препарата, состав несколько различается, но воздействие предполагается схожий. Перфектил плюс, Перфектил Трилоджик, Перфектил Платинум. Правила применения для усиления роста шевелюры, улучшения их внешнего вида, густоты и упругости: принимают Перфектил один раз в день после того, как поели. Курс приема – месяц, на это рассчитана как раз одна упаковка. Запивают водой в достаточном количестве, около стакана, чтобы лучше растворялись и не вредили желудку. Не следует пить витамины на голодный желудок или запивать маленьким количеством воды, то возможно раздражение желудка, тошнота, даже рвота, боли, расстройство стула. После приема курса нужно делать перерыв на несколько месяцев, так как в нем содержатся большие дозы полезных веществ. Принимать вместе разные витамины и комплексы нельзя, так как можно вызвать переизбыток определенных веществ в организме и вместо улучшения получить обратный результат. Внешний уход также важен. Масло, маски, ополаскиватели и щадящий мытье с натуральной сушкой – все это будет способствовать максимальному эффекту. Эффект от использования прием комплекса дает прекрасные результаты уже через непродолжительное время приема, улучшается структура прядей, ускоряется рост, появляются новые волоски и превращается в опадение, шевелюра становится более густой, приобретает живой блеск, к силу. Пропадает ломкость, секущиеся концы. Специалисты-трихологи отмечают высокий уровень воздействия препарата, особенно заметным является прекращение выпадения волосков. Они рекомендуют употреблять витамины с кашами или другой обволакивающей пищей, это наиболее щадящий для желудка вариант. Кроме волос, улучшение заметно и в состоянии ногтей и кожи. Аналоги препарата среди схожих по составу и воздействию комплексов можно выделить: Допельгерц Энерготоник, Алфавит, Фитовал, Доктор Тайсис Геравитал. Препарат Перфектил – обязательная составляющая комплексной программы красоты, это отличное средство для укрепления и роста волос. И если принимать его по инструкции, эффект не заставит себя ждать. Эти витамины питают волосы и весь организм изнутри, наполняя естественным здоровьем, обеспечивая силу, блеск, красоту прядей и пышность прически. Дополнить и усилить действие витаминов для роста волос помогут шампуни для роста волос «Лошадиная сила» Алерана. Виши – профессиональные активаторы роста, фолликапил «Эксидерм», лосьон «Медикамед» процедуры для стимуляции роста волос, массаж головы, мезотерапия, применение Дарсанваля, натуральные масла, репейное, касторовое, льняное, домашние маски из горчицы, перца или перцовой настойки, имбиря. Полезные видео витамины для волос, ногтей и кожи. Витамины для быстрого роста волос.